Сәлеметсіздер ме, Ақмола облысының тұрғындары. Сегодня мы остановимся на государственных услугах, оказываемых департаментом санэпидконтроля по Акмолинской области. Так, департаментом санэпидконтроля по Акмолинской области и его территориальным управлением оказываются государственные услуги, такие как выдача санэпидзаключения на объекты высокой эпидемиологической значимости, выдача санэпидзаключения на соответствии проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам, по предельно допустимым сбросам зоны санитарной охраны. Выдача разрешения на обращение с биологическими агентами и приложения к нему, выдача сертификата специалиста в сфере санэпидблагополучия населения, присвоение учетного номера и выдача лицензии на деятельность по дезинсекции, дезинфекции и дератизации. Так, за август месяц поступило 109 заявлений, из них 69 выдано разрешительных документов, по 40 отказано. Выдача санэпидзаключения о соответствии объекта высокой эпидзначимости, выдано санэпидзаключение 33, отказано 30. Выдача санэпидзаключения о соответствии проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросом, предельно допустимым сбросом из зон санитарной охраны выдано 28, отказано 8. Выдача разрешения на обращение с патогенными биологическими агентами и приложение к ним выдано 2, отказано 0. Выдача сертификата специалиста в сфере санэпидблагополучия выдано 6, отказано 2. Заявление по присвоению учетного номера и на выдачу лицензии по дезинфекции и дератизации не поступало. Хотелось бы обратить внимание, в случае, если у вас какие-либо вопросы, имеются какие-либо вопросы, вы можете обратиться непосредственно в территориальное управление, вам разъяснят полностью порядок подачи на выдачу государственных услуг. Также вы можете обратиться к нам в социальные сети, оставив комментарий, мы дадим исчерпывающий ответ, либо набрав номер 265588, это приемный департамент, вас свяжут с необходимым отделом.